Всем привет! Роскачество нашло формальдегид в искусственных елках. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и подробнее обо всем расскажу прямо сейчас. Как пишет российская газета, Роскачество провело проверку искусственных елок 7 брендов. Уточняется, что также были протестированы и товары импортных производителей. Отметим, что их стоимость варьировалась от 3 до 11 тысяч рублей. В ходе исследований специалисты выявили резкий запах, выцветание под влиянием ультрафиолета, а также выделение формальдегида с превышением норм. В ведомстве рассказали, что у всех проверенных елок есть стойкий запах, который свойственен всей продукции из полиэтилена, ПВХ и их сочетаний. Также специалисты пояснили, что вредных веществ ни одна ель не выделяла. Однако эксперты Роскачества рекомендуют проветривать детали елки на открытом воздухе, например, на балконе, и мыть перед сборкой. На этом у меня пока все. Еще больше новостей и информации ищите на сайте mymsk.online. До скорого!